В Ульяновской области широко проходит праздник чувашского народа Акатуи. Это день окончания весенних полевых работ. И больше размаху в эти дни проходит, наверное, только в самой республике Чувашия. Например, за моей спиной коллектив Сенгилеевского района поет национальные песни, а за спиной моего оператора большая сцена. Там коллективы выступают друг за другом. Сельхозинструмент брошен на землю в знак окончания работ. Весна у Чуваш завершается ярко, бурно, с огоньком. На Акатуй приглашают всех от мала до велика. Желанные гости – представители любых народов. Чуваши всегда жили и живут в дружбе со всеми народами России, в нашем государстве, которое объединяет всех. Ульяновская область – пример региона, в котором все умеют жить в дружбе и согласии. Спасибо руководству области. Здесь созданы все условия для любой национальности. Уважаемые земляки, дорогие друзья, всего сердца я поздравляю вас с нашим праздником Агатой. Такая радость охватывает, когда видишь наши родные национальные костюмы, когда слышишь родную речь, даже выезжая за пределы Чувашии. Состязание на силу и ловкость – обязательный элемент праздника. Самое популярное соревнование на Акатуе – борьба на поясах. В качестве пояса используется полотенце. В древности победитель получал титул «Паттар» – «богатырь» и становился во главе рода на время летних перекочевок. От его силы, сообразительности и смелости зависело благополучие всего сообщества. Всем крепчайшего здоровья, счастья, благополучия, чтоб урожай был и хлеб-соль со стола никогда не расставался. С праздником! Хочу сказать, в Ульяновской области, как и во всей Российской Федерации, созданы все условия для нас жить, работать, учиться, творить. Праздник – это наш всенародный праздник, исторический. Мы все в одной семье, все в одной семье, особенно сегодня, когда не так много друзей у нас в мире, поэтому мы должны все свои силы, усилия направить себе, вовнутрь нашей страны. Мы должны объединиться.